второй этап приемочных испытаний подвижного состава с последующей сертификацией стартовал в экотехнопарке Skyway на исходе осени. При подготовке к нему инженерами учтены замечания, сделанные представителями НИИ Горэлектротранспорта на прошлой стадии тестовых прогонов. Сейчас выясняется специфика поведения транспортных средств на других типах струнной эстакады и в новых, ранее не испытанных режимах эксплуатации. Также исследованию подвергаются характеристики, связанные с безопасностью, комфортом и плавностью хода. Впервые опробовавшие Юнибус на суперлегкой трассе испытатели так описывают свои ощущения. Он не едет, а плывет. О подробностях проведения второго этапа приемочных испытаний мы сообщим вам в ближайшее время.